не имеет значения. Для меня не имеет значения, потому что я в спорте с 7 лет занимался дзюдо, самбо, джиу-джитсу, боксом. Я выступал почти каждые выходные. Меня отец постоянно отправлял на соревнования, на все виды спорта. Я в своей жизни повидал очень много соперников. Я выходил с такими ребятами, которые 160 кг весят за 2 метра роста, так что мне все равно, с кем работать. Я думаю, что человек в силе победить любого, было бы желание. И какова его цель? Если у тебя цель, и ты честно относишься к самому делу, ты каждый день побеждаешь себя, там, отказываешься от всех соблазнов, ты идешь к этому, и ты однажды можешь пройти любого соперника. Просто важно то, что у тебя в голове. Шесть недель сбор по общей физической подготовке. У нас там плавание, там, тренировки кардио, работа с весами большими. И по 3 тренировки в день у меня. По 3 тренировки в день. Воскресенье отдых. В субботу там 1-2 тренировки. Я выхожу сконцентрированный, и я выхожу за победой, только за победой. У меня такой настрой, то, что я выхожу, я не знаю, умирать. Я все оставлю в этой клетке, все, что смогу, потому что я знаю, что моя семья на меня смотрит. 10-й ювілейний турнір зі змішаних єдиноборств WWFC. 24 березня, субота, 17:30, Київський палац спорту. Генеральний партнер – міжнародний бренд «Неміров». Титульний партнер – «Парімач». Грають вони, виграєте ви. Квитки на концерт.ua.